привет! С вами Алина Гав, и сегодня я вам расскажу, как чувствует моя орхидейка-попугай на сегодняшний день. С момента того, как мы ее купили, прошло целых 2 месяца. И мы ей купили вот такое вот красивое кашпо под мою комнатку. Она у нас стоит на кухне летом. У нас постоянно открыто окно в кухне. И получается, ночью холодный воздух, а днем теплый. И орхидейка стоит с северной стороны. И вот она уже почти перецвела. Осталось только самых 3 таких самых мощненьких цветочка. Все остальные уже опали. У моей орхидейки вот появился молоденький листочек. Дальше тут уже есть маленький-маленький корешок. И 2 набухшие почки. Вот. Там везде корешки лезут. А, да, корешочки покажи. И вот еще одна. Мика у нас тоже уже начала про орхидейки снимать. Так, я Мику покажу. А вторая где? А, вот. Первая почечка, а вторая вот. А цветочные почки? А вот. А вторая вот уже проклюнулась. Что это будет? Ответвление. Я не знаю, что это будет, ответвление или же это будут детки. Подскажите, кто знает. Интересно очень эти 3 почечки. Так. Вот, у нее очень хорошенькие толстенькие корешки. Мы, наверное, сделаем перевалку или полностью пересадим, чтобы посмотреть, что там ничего нет. Всякого пенопласта, корона. Я ее опрыскиваю часто по листочкам и по корешкам. Я не промакиваю серединку, потому что сейчас лето, жарко, и поливаем мы орхидейку. Значит, через 4 дня. Один раз мы поливаем просто водичкой, а уже через 4 дня поливаем с удобрением. Вот, например, суббота, и поливаем просто водичкой талой. Мы талой поливаем. Вот, а уже в четверг мы поливаем с удобрением. Наш филинопсис. Наш попугай. Да, так что попугай нас радует. Растит. Росточки. Мне так интересно, что же, скажите, что же с этих почечек у нас будет. Да, цветочки уже стали такие вот блеклые, да, почти что кремовые, не такие желтенькие, как раньше, насыщенные. Практически перестала пахнуть, но продолжает свой рост. Мы пользуемся вот такими вот удобрениями. Вот это вот удобрение для цветущих. А вот это вот удобрение кристаллическое для орхидеек. Да, кстати, вот это удобрение, оно как идет, как агрикола или биогумусное, да. Как для иммунитета, для замачивания семян оно подходит. Сейчас гумусовое вот. Как витаминное, вот скажем так. И антистрессовые хорошо. Вот, допустим, орхидейка пережила переезд и период адаптации. Вот. Это удобрение просто творит чудеса, скажем так. Оно мне очень нравится. Ну, а это кристаллическое, оно больше уже для как удобрение. Состав.
Я эти удобрения чередую. Там получается подкормка не через 4 дня, я делаю, получается через неделю. То есть неделю удобряем, неделю не удобряем, водичка просто талая. Так что да, не обращайте внимания на эту бутылочку грязную, просто она такая ходовая, я ее везде использую, что... Вот такая вот. Вот такое было видео у нас сегодня про орхидейку попугая. Если интересно, как мы ухаживаем за другими нашими орхидеями и будет видео про пересадку, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Мика тоже подтвердила, что надо больше лайков, больше подписок, то пропустите очень много интересных видео. Никулечка, Микушка, Никулечка, красонечка. Пока-пока. Да. Пока-пока. Пока-пока. Пи-пи-пи-пи. Get up, get out of your bed.